Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что задача Верховной Рады – это не допустить отставки Евросопровождающегося. Я хочу напомнить, что у нас не президентско-парламентская республика, где президент своим ручерком пера может кого-либо уволить или назначить, а парламентско-президентская. Это означает, что парламент решает, работать или не работать данного министра. Поэтому я сегодня обратился к моим коллегам по партии «Народный фронт» с предложением не голосовать за отставку Евросопровождающегося и, наоборот, пригласить его на фракцию партии «Народный фронт», поддержать его, чтобы он мог дальше работать и чтобы больше никто не мог указывать ему, как работать и давить на него. Точно так же каждый министр должен быть волен в тому, кто будут его заместители, и никто не должен ему заставлять...